rannte der Kampfhund in Sekundenschnelle in meine Richtung und hat sie dann gebissen. Das war jetzt ihre Aussage. Also, еще раз. Она говорит, дверь открыла, там дверь, говорит, была закрыта, но она так рассказывает, что дверь была закрыта, это она соседи, открыла. Соседи могут сказать, собака, что... Собака с той стороны не нападает. Нет, das ist falsch. Zwei Nachbarn sehe, что das ist tour, она была open. В этот момент была открыта. Open. Zwei Minuten später, их mit Nachbarn sehe, diese Frau тоже шла. И все было открыто. Она просто, мне кажется, она заглянула в мою дверь вот так вот. И собака там же четко... Weil seine Zimmer war auf. Смотрите, ich weiß nicht, was фото, полиция, хабы фото. На фото видно следы крови. Кровь вот здесь, кровь на стенке. Если собака кусала в коридоре, следы вот тут ну никак. Ну как, это фальш. Следы были бы вот там. Ну вот собака вылетает. Следы в коридоре. Следы были в коридоре, ну на стенке отступления. И смотрите, когда она заступает, она же была в одежде. Собака укусила, это как тампон. Оно сразу кап. Как уже здесь. Укус здесь, ну тампон, вещи, как знаете, оно же не сразу шло, пух, и полилось, правильно? Оно кап, и видно, что женщина... Можно я так вот открою дверь, хорошо? Смотрите. Вот так вот открыта дверь, да? Женщина вот так вот просто, ну, шла, вот так вот посмотрела. Майн хунд. Отсюда вот, если бы он кусал бы в коридоре, да? Вот она вылетает сюда, собака, да? Женщина, она вот сюда утекает от собаки. А эта женщина, она вот так вот. Вот ее кусает собака сюда вот. Она, ай! И об стенку ставит след. Понимаете как? Она об стенку ставит след. Если mein Zimmer, Hund kuss, ну вот тут Hund укусил. Если бы Hund укусил вот здесь в коридоре, следы на стенке ну никак бы не были. Оно по инерции женщину подкинуло в сторону. Понимаете, как что я говорю? Ее подкидывало в сторону. А женщина сюда, она, получается, увидела собаку, что она выскочила. И женщина отступала вот так вот, ну, по стенке уходила от собаки. Понимаете, как она по стенке вот, уходила вот так вот, следы. Если бы тут в коридоре, женщина бы сюда уходила. Там бы нет следов. Я виноват. 100% виноват. Но я врать не буду. Я буду говорить правду. Herr Schassel war auf dem Flur und hat gehört, dass die Frau dann geschrieben hat und dann ist er auch hingegangen. Also sie waren nicht im Zimmer, weil die Aussage war nämlich, ist nämlich eine andere. Sie waren nicht im Zimmer, sondern sie waren im Flur. Sie stand im Flur, genau. Aber nee, Herr Schastrun. War er im Zimmer oder im Flur? Nein, er war im Flur entlang, sagte er. Da ist so ein langer Flur. Ja? Und der stand ein paar Zimmer weiter. Okay. Genau. Okay. Da hat mit den Nachbarn gesprochen, aber der stand im Flur. Im Flur, okay. Das hatte er auch gesagt. Как собака моя укусила, как собака моя укусила женщину, я прям сразу до женщины, Айшугибу, пожалуйста. И как бы, это знаете как, это ай-минута. Пус, ай-минута, я уже просил прощения. И их это зейн, я в коридоре был, и флюк. Dass sie auch öfter mal alkoholisiert sind, dass sie also Alkohol trinken und dann halt, ich sag mal, in ihrem Zimmer schlafen oder liegen und auch der Hund dann nicht so unter Kontrolle, sag ich mal, ist. Она говорит, что там написано, что ты часто выпиваешь и ты спишь в своей комнате, а собака типа не под контролем. Это фальш. Моя собака, все соседи, мою собаку липт. Моя собака, них проблем, мой нахбарин, Алис нахбарин, скажет, майн гуд, майн хунд гуд. Он них.
он без меня. Собака без меня, флюс никогда не выйдет. Собака без меня не выходит. Мит шпацерен. Ein nicht, он не выходит. Сейчас она имеет в виду, что сейчас дело не в собаке, дело в как ты с животным. Я выпивал, я все хорошо с ним поступаю. Он у меня, он у меня. Выпиваешь, как ты на собаку этот действуешь. Also der lebt zu, dass er hat diese Probleme. Ja, man muss gerade als Hundehalter hat man eine gewisse Verantwortung natürlich. Ne? Man muss seinen Hund kontrollieren können und wenn man mit dem auch unterwegs ist oder auch wenn sie dann in der Wohnung sind oder in der Einrichtung, dass der Hund halt dann nicht unkontrolliert, sag ich mal, aus dem Zimmer herauflaufen könnte. Also man hat eine Verantwortung. Ja. Und das ist das, was ich an der Stelle nochmal gerne sagen möchte. Ja. Und dass sie sich auch der Herrschaften sich dieser Verantwortung wirklich bewusst ist. Und wenn man nicht mehr Herr seiner Sinne ist, weil man halt betrunken ist oder angetrunken ist, dann ist das natürlich eine Gefahr für die anderen. Okay. Она имеет в виду, что ты, если выпиваешь, тебе надо нести ответственность за животное, понимаешь? Ich weiß. Mein Hund никогда, моя собака никогда не кусала детей, женщин, никогда. Она сама, у меня собака себя никогда не охраняет. У меня собака охраняет только, меня даже не охраняет моя собака. Верите? Сколько лет собаки? 10 лет. Верите? Можете сказать, что моя собака даже меня не охраняет? Если у меня на улице были конфликты, меня могли бить, а он мог сидеть и не заступиться. Потому что он, для него это как бы, я сильный для него. То есть он меня никогда, он может заступиться за моего ребенка, за любого ребенка он может заступиться. Вот будут ругать, ну и как заступиться? Это можно эксперимент сделать. Кто-то будет ругать ребенка, допустим, моя собака подбежит и будет гавкать, но не кусать. Она будет делать замечание, что нельзя ребенка ругать. Она настолько у меня умная. Er meint, dieses Hund ist 10 Jahre alt. Und das ist der erste Fall, das passiert ist. Und er sagt, wenn sogar wenn der in Konflikte war, da in Heimat, der Hund hat nie angegriffen. Derjenige, der stand, der saß da einfach, beobachtet die Situation. Mm-hmm. Also das Hund ist war nicht aggressiv, meinte nie. Mm-hmm. Auch, der meint, wenn jemand ein Kind ärgert und so, der Hund hat ein bisschen, wie sagt man das? Gebellt und so. Oder, ja, Grund, genau, weil gegen den Hund, aber nicht angegriffen, nie sagt. In 10 Jahren ist das erste Fall. Скажите, что моя собака всю жизнь без намордника и без поводка, мы жили в Донецке, Мариуполе, он любил купаться, люди, дети, на пляже, никогда никаких проблем не было. Он даже на чужих собачек, поняли, как вот говорят, там реагируют на собачек, я ему скажу, Макс, ко мне, он нет, у него большая страсть. Это море. Mm-hmm. Купаться он любит, он да, может меня не послушать. Я ему скажу, иди, Макс, ко мне из моря. Вот он может сделать вид, что типа плывет ко мне, видит, что я отвлекся, он плывает дальше, чтобы потом, когда я его позову, чтобы ему дольше возвращаться. В этом, вот он купаться, он да, вот купаться, он швимен, любим. Вот с купанием у меня проблемы, ну, вот он меня не слушает. А потом очень слушает. Если его хунд не слушает, то либо zu schwimmen, sagt der Hund. Wenn die gehen schwimmen, der Hund schwimmt extra weit. Damit wir dann zurückrufen, damit er weiter weg hat zu den Schwimmern. Okay. Вот такое, как типа не слышит. Okay. Das einzige, der Hund, der nicht Wasser ist eine Schwäche. Ja, okay, gut. Wer ist er dann? Freut er sich, dass er im Wasser ist. Andere Kind kann meine Собака может укусить, ударить. Nein, вообще агрессии ноль. Ich habe auch mit seinem Nachbarn gesprochen. Ist auch Freund von mir, sein Nachbar. Sie haben mit dem gesprochen, mit oder? Dem Nachbarn, ich. Ja, mit dem Nachbarn. Sie haben mit dem Nachbarn. Der Nachbarn hat ein kleines Kind. Ja. Und dieses Kind hat immer dieses Hund umarmt, ganz Zeit gespielt mit dem. Ja. Und die meinen auch, dass dieses Hund war nie aggressiv und so. Все дети, кто у нас живут, они все его тискали. Я даже давал, чтобы кто из родителей разрешает, ну, не все разрешают. Говорю, хотите, можете покататься на нем. Я садил детей, там за него они обнимались, он как бы ходил, ну вы поняли, у меня даже видео такие есть. Он думает, alle Kinder, die Nachbarkinder, alle mit dem Hund immer Oma spielen mit denen. Как на коне, на ферд. Sie setzen sich drauf, aber fahren. Okay, gut. Gut, aber Sie sind immer dabei und gucken. Also Спрашиваю, ты когда собака с детьми бегает, играет, ты всегда смотришь, да, что она у меня вообще, то есть как бы ребенку можно все. Ребенок может мою собаку, майн хунд, андер кинд может.
Он вообще, он будет сидеть, но... Скажите, что он даже в этом сейчас сидит, в этом, в тере, да, в этом. Он там самый любимый стал. Ему нечего охранять, он никого не охраняет, ему может любой человек зайти и что хочет с ним сделать. Mm-hmm. Он ничего, он даже, когда ему уколы делают, врачи, он знает, что это укол, он их боится, я вам клянусь. И он такой разрешает делать. Но он такой, видно, что он боится, и так смотрит на эти уколы, но разрешает делать. Er meint, dieses Hund ist so lieb, sagt er sogar, wenn er Impfungen bekommen hat, that, wie ein Mensch, also hat er Angst gehabt davon, hat immer zu sein. Он такой, знаете, вот такие, как бы, и лежит, он терпел. То есть он, ну, как... Seit wann haben Sie den Hund? Сколько у тебя есть собака лет? 10. Ты со скольки лет оно у тебя? Мне с 29. Щенок, да, щенок. Сколько лет было, когда ты его взял? Свай месяц, свай монат. Ну, там, драй монат. Also, von klein auf, sie war immer der Halter. У него есть дети, у кого у Макса, когда щенки были, все, у кого это, на таможнях у меня прям вот так вот, дай щенка. Yeah. Щенки моего собаки, это как, не знаю, как подарок каким-то, ну, вы поняли. Люди прям вот все в восторге от моего. Мне даже, знаете, скажу честно, у меня сейчас есть один серьезный дядька в Украине, он госслужащий. Он сказал, что мне, если так, я могу собаку у тебя сам сейчас все заберу, привезу себе, ну, как, только чтобы я сказал добро. Я говорю, мне такой вариант не годится. У меня много людей, мою собаку любят. Er meint, viele seine Bekannte sind Fans von seinem Hund und die wollen unbedingt die Babys von ihm, also von dem Hund. Okay, gut. Schön, dann ist ja, ich merke schon, wie sehr sie ihn lieben und wie da die Leidenschaft ist und wie sehr sie an den Hund gebunden sind. Das, она видит, как ты его сильно любишь, типа. Да, он там тоже любит, знаете, как меня. У меня есть видео, mein Запах я принес. Я принес туда, вас хотите посмотреть, как он реагирует, просто на мой запах. Он сразу... Ist ja auch genau das, was Sie beim ersten Mal auch zu Protokoll gegeben haben. Das hat sich auch nicht, hat sich ja nicht geändert. Und auch mit den Blutspuren und so. Ich habe das mal alles so notiert, dass Sie auch im Flur waren und nicht im Zimmer. Also dass die Aussagen sind einfach sehr widersprüchlich von den Personen und deswegen musste ich einfach nochmal nachfragen. Okay. Ja? Na, Paul, ты рассказал всю правду, как первый раз говорили все. Сейчас так же все выглядит, все. Я никогда... А тебе видишь, что ты не врешь? Смотрите, я никогда фальшь. Я такой, что если я виноват, я поставлю жок, бей. Меня папа учил. Если я... Ну, вы поняли, как. Mein Vater, ja, nicht falsch. Also ich hab das auch gar nicht jetzt in Frage gestellt, nur ich habe halt zwei verschiedene Aussagen und deswegen habe ich einfach nochmal nachgefragt, okay? Gut. Frau Moritz, eine Frage, was wie läuft denn mal bei diese Fälle? Wie endet das? Welche Optionen hat er, sagen wir mal? Jetzt. Ich komme jetzt dazu. Also die Sache ist kompliziert, nicht jetzt unbedingt wegen des Beißvorfalls, sondern weil es ein Kampfhund ist, weil es ein Listenhund ist. Und es ist so, es gibt ein Gesetz in Nordrhein-Westfalen, was halt, ich sag mal, gewisse Dinge regelt, was große Hunde betrifft und halt Hunde besonderer Rasse, auch Listenhunde. Weil von den großen Hunden und von diesen Hunden besonderer Rasse eher eine Gefahr ausgeht, weil die einfach gefährlicher sind für die Öffentlichkeit und deswegen gibt es das Gesetz. So. Mhm. Und das Gesetz sagt grundsätzlich, dass das ist ein American Staffordshire Terrier, die Veterinärärztin, die Tierärztin war beim Tierheim und hat sich ja ihren Hund angeschaut und sie sagt, das ist ein Pitbull Terrier. Ist aber auch nicht so wichtig, weil beide Rassen nach deutscher Rechtsprechung nicht gehalten werden dürfen. Okay? Ich weiß, versteht er das so ein bisschen?
Короче, вот здесь закон есть на нашей земле, в Германии, что специальный закон для твоей расы собаки, там приходил ветеринар тоже, смотрел, он говорит, у тебя питбуль американский будет, да, специальный раз? Нет, у меня написано в документах питбуль, это написал в Украине, плохой этот, скажите мне, ему было фиолетово, что писать. Это став. Мне написано питбуль, хотя это на самом деле став. Американский австрийский. Нет, не американский став терьер, не питбуль. Американский став терьер. Она говорит, это ветеринар здешний так сказал. Не помогла, ветеринар приходил туда, посмотрел твою собаку, говорит, это американский питбуль. Да, мне всегда говорили, что у меня помесь с чем-то, я всегда я там тоже в этих и всегда ну, мне. В общем, вот так вот. Aber ich will nur sagen, das ist jetzt nicht relevant, weil beide Rassen nach dem Gesetz jetzt gleich sind. Aber ich will ihm nur sagen, dass die Tierärztin sich, die hat so eine phänotypische Bestimmung, die hat sich den Hund angeschaut, seine Muskulatur, seine Kopfform, alles so. Und sie hat gesagt, sie hat ihn als American, was habe ich gesagt, Pitbull Terrier eingestellt. Amerikanische Pitbull Terrier, она так установила ветеринар здесь раньше. Питбуль это вообще другая порода, став это другая порода. Она говорит американский питбуль, так сказать. Ну это вообще, я такую породу даже не знаю. Есть американский питбуль, а есть американский амстаф. Я сейчас хочу узнать, что будет дальше с собакой. Я понял. Я сейчас еще с ней поговорю. Да я уже понял, что. Окей. Und so, es gibt aber, also man darf diese Hunde nicht nach Deutschland oder nach Nordrhein-Westfalen einführen und man darf die eigentlich auch nicht halten, ne? Also so. Es gibt aber eine Ausnahme. Nachdem der Ukraine-Krieg also ausgebrochen ist oder Russland Ukraine überfallen hat, dass wenn Flüchtlinge kommen und diese Listenhunde mitbringen, dass diese Listenhunde für maximal die Dauer, wo der Halter eine Aufenthaltserlaubnis hat, dass diese Hunde auch so lange in Nordrhein-Westfalen bleiben dürfen. Ja? Das würde heißen, der Herr Schastun hat ich glaube, bis zum 4.3.2024, meine ich, hätte ich gesehen, diese... Она говорит, что эти собаки вообще здесь нельзя их держать, в Германии, на нашей земле. И исключение делают этой собаки, она может находиться здесь столько, сколько ты, хозяин, здесь находишься, разрешили исключение, потому что у тебя ситуация такая. А так не разрешается таких рас и пород здесь держать. Я знаю, да. Сейчас чуть-чуть. Ja, also bis zum 4.3.2024 ist der Aufenthaltstitel gültig und das so lange auch der Hund auch eine Aufenthaltsberechtigung auch in Nordrhein-Westfalen hat. So, das ist schon mal gut, dass es diese gesetzliche Regelung dazu gibt. Okay. Ja? Das heißt, so, wenn man so einen Hund in Nordrhein-Westfalen hält, es gibt halt gewisse Ausnahmen, wo man das darf, dann braucht man eine Erlaubnis. Vom Staat? Von der Stadt, genau, vom Staat, genau, eine Erlaubnis. Und da werden bestimmte Dinge geprüft, unter anderem, ich sag mal, wir nennen das Zuverlässigkeit, ob jemand schon straffällig geworden ist, also ob er irgendwie genau gewisse Strafhandlungen begangen hat, das muss dann nachgewiesen werden, dass man es nicht hat. Ist er oder? Ja, der Halter, ne? So, also okay. Generell der Halter, also es werden bestimmte Dinge geprüft. So. Eine wichtige Sache, die dabei geprüft wird, ist auch, dass der Hund ausbruchssicher untergebracht ist. Wenn der jetzt wieder zurückkommt. Der muss ausbruchssicher untergebracht sein. Und das ist ja etwas schwierig im Moment, weil auch in das Zimmer in der Flüchtlingsunterkunft vielleicht da auch nicht die, das Türschlossdefekt ist nicht der richtige, eigentlich im Moment nicht der sichere Rahmen. Okay. So. Das könntest du schon mal genau. Она говорит, ты здесь можешь находиться, сколько хунт собака находится здесь, сколько ты здесь находишься, разрешено это и в одном случае тебе его как бы дадут, если у тебя комната будет, как сказать, допустим, дверь будет хорошо закрываться, там, ну, чтобы собака не могла выйти, кому-то ущерб нанести. И еще, что у тебя нет никаких штрафов, допустим, ты не был оштрафован здесь. Не было. Людей. Не было. Ну, вот сейчас будет. Окей, но они знают уже там. И чтобы собака не могла, у тебя, допустим, дверь тебе починить надо.
первую очередь, чтобы она не открывалась, если собака может выбежать. Это на замок надо это поменять, я знаю. Ну да, это сейчас твоя проблема, как бы. Да? Вообще не проблема. Алис Гуд. И все, это тебе надо все условия сделать для того, чтобы собака была, чтобы не могла выбежать еще раз, опять же, да, чтобы кого-то там. Я для этого ковер ложил. Я топ специально ложил ковер, потому что Цима дверь была могла открываться. И я ковер подложил. Саша, тебе надо, чтобы в будущем я понял. Сделал, да? Не ковер подложить, а замок починить, надо, во-первых. И намордник надо одевать и. Смотрите, и знаете как, я даже теперь понимаю, я теперь понимаю, что если бы я ковер не подложил, дверь была бы открылась полностью. И женщина, она, знаете, как увидела собаку, она бы испугалась, женщина, но собака бы не вышла бы у меня. А так, получается, сработала как ловушка. То есть, знаете, как вот дверь приоткрыта, а для собаки это как инцидент. Ну, кто-то заходит в квартиру, поняли как? И он, ну. Если бы дверь была бы полностью открыта, люди бы ходили, какая проблем? Они видели, ага, хун, ну как страшно, но хун бы не, в коридор бы не вышел, поняли как? Его просто боялись бы. А так я как дверь приоткрыта, вот, ну, я специально закрыл, люди не видели собаку, и эта вот женщина бах. Mein Dieter, der Hund ohne seine Erlaubnis geht nicht raus, im Flur auch nicht. Und meint immer noch, dass sie hat die Tür aufgemacht. Nein, es geht generell darum, dass der Hund ausbruchssicher. Wir kommen wieder zu diesem Thema. Ja, wir kommen wieder dazu, genau. Also der Hund muss ausbruchssicher untergebracht sein. Habe ich gesagt. So, jetzt. Er ist bereit für alles, sagte er. Ja, deswegen genau. Es ist nämlich Ihre Mithilfe an der Stelle gefragt, dass Sie bei der Einrichtungsleitung vorsprechen und sagen, dass der Hund auch wieder zu Ihnen zurückkommt oder kommen kann, aber es muss halt sichergestellt sein, dass der, ja, ich sag mal, nicht aus dem Zimmer heraus kann, wenn Sie nicht da sind. Okay. Ne? Oder auch wenn Sie da sind, dass die Tür zu ist. Also diese defekte Tür zum Beispiel, das muss sofort jetzt reklamiert und gesagt, angesprochen werden. Der macht das sofort, sagte. Bevor der Hund da ist, der macht das, sagte. Anna говорит, у тебя как бы есть шанс, но тебе опять же надо вот этот замок, в первую очередь сделать замок этот. И тебе надо, вообще такой шаг. Говорю, подожди, Саша, тебе надо в первую очередь уговорить опять этих рабочих социальщиков, там, этом, что собаку разрешили, опять скажи, я буду намордника одевать, пообещай золотые горы. Хорошо. Слышали? Да не, я буду, если что-то обещаю, я люблю делать. Не, я понял. Золотые горы. Сделает. Они золотые говорят, горы обещать не могу. Тебе вернут вроде бы, но ты этот, надо говорить туда, что разрешили тебе туда его, и тебе надо вот это сделать все. А я могу вообще, знаете что, я не искал себе квартиру, потому что понимал, что много кому надо квартиры, другие там семьи, поняли, как не искал себе квартиру. А теперь есть такая ситуация, я знаю, что если там просто скажу, что мне нужна квартира, мне друзья найдут квартиру, я могу даже другую квартиру найти. Хорошо, сейчас я переведу. Да. То есть я просто, видите, что я просто не хотел себе, не искал другую квартиру, потому что много других людей, кому нужна квартира, а мне они сильно прихотливы. Viele Möglichkeiten, ein Wohnung zu finden und auszuziehen von dem Heim. Ja. Nun hat er das nicht gemacht, weil da sind viele